главный день настал. Сегодня проснулся дома со своей супругой, но, блин, надо вырезать. Невестой спалось крайне тревожно и крайне мало. Сегодня дата 23, но 7-е, 21-е. Все оторвутся, отдохнут. И это наша свадьба! Наконец-то, да, сейчас будут волосы. Да. Вот это день. Будет круто. Первого января во время встречи Нового года Александр в гостях у друзей, встав на одно колено, сделал предложение Ольге, и в ответ прозвучало долгожданное «да». Сейчас Саша увлекается кроссовыми мотоциклами, горными снегоходами, гидроциклами и сам строит себе дом в Приморске. Саша не романтик, он трудоголик и любит хорошо отдохнуть. Давайте же встретим абсолютно безгранично счастливого человека, будущего главу семьи. Наш жених Александр! Оля была неуправляемым подростком. Нужно было все время тусить, гулять, шариться где только можно, а лучше где нельзя. И вот маленький тусовщик в голове успокоился, а вместе с ним успокоилась и Оля. Поприветствуем счастливую избранницу Александра. В сопровождении любимого папы Олега Викторовича. Лучик солнца сегодня попал в сердце каждого из нас. Кто бы мог подумать, что среди более 7 миллиардов человек они найдут и полюбят друг друга. Каждый день Оли был полон ожидания. И вот этот день настал. Красивые, молодые, яркие, счастливые, любящие. На глазах у самых родных и близких я попрошу ответить вас лишь одно слово. Я объявляю вас мужем и женой. Ваши аплодисменты! Большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят. И у вас такое счастье есть. Этот тост будет для вас. Низкий вам поклон.
уступайте друг другу. И прощайте друг друга. И по мелочам не ссоритесь. Это самое главное. Ну, а дальше как пойдет. Ну, иногда, конечно, ругаться – это в пользу, Оля. Это прям полезно. Нет, полезно. Это нужно и главное. Потому что, чтобы человек иногда не понимает, надо конкретно, да, Оля, объяснить, чтобы человек понял. И поэтому мы, в конце концов, 30 лет-то и вместе. Так что желаем вам всего хорошего. Саша, Оля, счастья, радости и добра. Всего вам хорошего, удачи и счастья. Мы рады за вас. Спасибо. Саня, и главное, ты помни, мужик – голова, а баба – шея. Куда повернет, туда пойдет. Молодым я желаю в первую очередь гармонии, чтобы они понимали друг друга с полуслова, чтобы могли только одним взглядом друг друга полюбить, поблагодарить, и чтобы между ними связь была такой силы, которой никто не сможет почувствовать, понять или объяснить. С праздником вас, дорогие Саша и Ольга. Саша, будь опорой для Оли. Оля, а ты вдохновляй Сашу. Любите друг друга. Дорогие мои, я счастлива, что дожила до этого счастливого дня. Я присутствую на свадьбе у любимого внука. Сегодня вы соединили две судьбы. Добровольно и по желанию. Теперь вы в паре, вы в связке, как это Есенин поет. Тяни друга в гору, там поймешь, что такой. И мне очень хочется, чтобы вы берегли друг друга, жалели, защищали. И счастливого пути в новую, неизведанную вам страну по названию «Жизнь». Будьте счастливы, мои дорогие. Спасибо. Будьте счастливы. Уважайте друг друга. Слушайте, цените. Горько. Один, два, три, четыре. Как понять женскую логику? Ну, да ну или вот бой. Дорогие наши любимые дети, Оля, Саша, я вам хочу пожелать в этой жизни пройти долгий, очень долгий путь, жить в мире, в ладе, в согласии, чтобы у вас все было только на 5, ну максимум на 4 с плюсом, чтобы вы друг друга любили, уважали, ну, воевали иногда, тоже надо, не без этого. Ну, чтоб в этой жизни у вас было все очень-очень замечательно. И проживите хотя бы лет 40 вместе. А дальше уже посмотрите. Это вам от души. Оля, Саша, мы также преклоняемся к коллеговским поздравлениям, то есть вашему папе, да, Сашиному папе. Желаю вам всего тоже хорошего, счастья, радости, удачи. Конечно, всего хорошего, чтобы у вас был уют, мир в доме. Вот самое главное, исходя из того, уступайте друг другу. Не надо. Если один что-то там кричит, одна должна успокоиться. Другой что-то там кричит, надо успокоиться. Надо выдержку какую-то все-таки делать, и тогда будет мир и согласие. Я желаю вам всего хорошего, счастья, радости, удачи. Всего от души вам. Дай Бог вам здоровья. И чтоб полон дом был, к нам тоже кто-то приходил. Мы рады за вас. Мы рады за вас. Спасибо вам большое. Поздравляем вас. Между вами, Саша и Оля, взаимно понимание должно быть. И тогда вот эта вот изюминка вам поможет дальше жить, радоваться, наслаждаться жизнью. Я вас поздравляю, передаю. Сыночек, спасибо за то, что у меня теперь есть доченька. Доченька моя, сыночек мой, живите долго и счастливо. Будет так. Вы дополнение друг друга. Две половинки, два крыла. Желаем, чтобы жизнь, супруги, у вас счастливой была. Во-первых, я хочу сказать, чтобы солнце вставало для вас совместно. И садилось тоже совместно. Это как вроде бы, чтобы вы даже и друг друга всегда были
круглые сутки вместе. Это очень сложно по жизни. Но все-таки, чтобы шло к этому, и вашим, за вашим дружным семейным столом, как раньше в старине, в домах, не хватало бы вам, чтобы место, чтобы семья ваша детским смехом озарялась, весельем. Это человеку все нужно для жизни. У вас, конечно, вот такой собрали зал друзей. Есть у вас начало жизненное, чтобы оно со временем крепло, чтобы крепли ваша семья, отношения друг к другу, здоровье ваше. Несмотря на все всемирные катаклизмы всякие, там болезни, все. Будьте здоровы, счастливы, я за вас счастлив. В гибельном фолиансе нет соблазна для женщины, а Саманди, женщине вся земля. Сердце любовных зелий, зелье вернее всех. Женщина с колыбелей, чей-нибудь смертный грех. Ах, далеко до неба, губы близки во мгле. Бог, не суди, ты не был женщиной на земле. Саша, я хочу, чтобы ты всегда видел волю. Богиню, которая богиня. Жила-была в высоких горах княгиня Ольга. И рядом где-то с ней поживал такой прекрасный джигит Сандро. И вот они встретились. И давай целоваться, обниматься, а потом, короче, поженились. Вот, весь тост. Быстро налили, выпили, сейчас будет песня. Сегодня свадьба молодых, красивых невеста и джигит. Поздравляю! Купите себе что-нибудь приличное. 4, 5. Да, я вас поздравляю. У меня нет конвертика, у меня есть книга. Книга — лучший подарок. Она про города. Там немножко страничек, но они интересные. Вы их вечером там или завтра утром почитаете. Ну и, конечно, счастья, здоровья. Саша и Оля. Ау! Дети мои, Саша и Оля, вам подарил Дима книгу, отличную книгу. Она называется «Камасутра». И чтоб через 9 месяцев мы справляли такой же проект. 2, 3, 4. Это правильный ответ. Молодец, Маша. Молодец. Ура! Смотрю на ваших родителей, дай бог, чтобы ваша любовь и правда прошла очень многие годы. Прям держитесь друг друга, и будет все супер. Вы прям реально, ребят, постарались. Саш, я очень вижу, как ты любишь Олю. Это закроет уши ваши родители, это пиздец. Поляковы, вас с вашим праздником. О, Саня! Здорово! Поздравляю моего старого лучшего знакомого. Ну, кто в теме, тот поймет. На этом Сашины поздравления подошли к концу. Всем спасибо. Ребята, вы самые счастливые сегодня здесь. Сохраните этот момент, запомните его на долгие годы. Вы классные, молодые, будьте счастливы. Я скажу только одно, желаю вам удовольствия. Дела делами, цели целями, а удовольствия, они вам очень нужны. Чтобы ваша любовь, которая у вас безусловно есть, иначе бы просто мы все здесь не собрались, чтобы она вас подвигла, чтобы она вас разжигала, чтобы она, наоборот, дарила вам свежести через 10, через 20, через 50 лет, чтобы мы точно так же собрались и вспоминали все эти слова и действительно были свидетелями вашей 50-летнего юбилея. Главное — просто друг друга слушайте, общайтесь и любите. In love with you, baby, you're the one for me. Baby, you are. I'm in love with you. You're the one for me. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm in love with you. I'm in love.
Вы знаете, как я вас безумно люблю. И в этот знаменательный ваш долгожданный день я желаю вам только здоровья, счастья, любви, прелюдии вашей семейной жизни. И, конечно же, я желаю вам скорейшего пополнения вашей семьи. И, конечно же, хочу, чтобы у вас была доченька. Ура! Я вас люблю. Больше счастливых моментов в жизни, больше путешествий. Кайфуйте друг с другом, наслаждайтесь друг другом, больше проводите времени вместе, собирайте моменты, и чтобы у вас их было как можно больше. Чтобы у вас было очень красивое и здоровое потомство. Явно оно у вас будет. Вот, я вам от души это желаю. Хочу, чтобы у вас был только позитив в жизни. И вы все-таки достроили прекрасный дом свой. Вы просто крутые, веселые, позитивные ребята. У вас, ну, просто 1000000% все будет очень классно. И желаю вам создавать таких же классных, веселых людей. Завтра это будет очень актуальное блюдо для людей, которые сегодня очень весело проведут вечер. Здесь 40 упаковок. Добра. Будьте счастливы. Всегда. Александр, защищай свою светлую Ольгу. Главное, Александр, ты знай, за тобой охотятся многие другого пола. Поэтому любите себя счастливо и защищайте ее. Будьте счастливы. Любовь за любовь. Чтобы в вашей семье и у вас всегда были правнуки. Я назвал ваше решение событием века. Ребята, вы взорвали ситуацию прямо, ну, у меня на глазах. И вы благодарили судьбу за то, что она вам дала шанс встретиться. И не только судьбу, но и контакт, как выяснилось. Берегите друг друга, будьте всегда командой. Создайте что-то свое, только ваше. Мы вам немножко поможем. Люблю вас. Сейчас перед вами выступит рок-группа, которую мы пригласили из Москвы для наших молодоженов, ну и, конечно же, для наших гостей. Встречайте бурными аплодисментами группа, которая нарушила все гастроли и прилетела сегодня, чтобы выступить для вас. Рок-группа «Пригорок». Аплодисменты! Justice of our greed.
ваша жизнь была наполнена морем эмоций, чтобы ваша жизнь была яркой, красочной, наполненной экстримом, чтобы вы побывали не только в Шерегеше, чтобы вы погорели все горы, не только на сноубордах, но и на мотоциклах, и на всей любой технике, на которой вам только захочется, чтобы вы посетили абсолютно все места, в которых вы захотите побывать, чтобы ваша жизнь была просто супер классной. Чтобы через 100 лет вам было что вспомнить, а что мелочиться, и тряхнуть стариной так, чтобы эта старина отвалилась нахрен. Оставайтесь всегда в душе молодыми. Я хочу пожелать любви и взаимопонимания. Это самое главное. И поддерживайте друг друга при любых обстоятельствах. И все будет только хорошо. Я люблю вас. Желаем, чтобы у вас всегда был груз, но только в виде денежных средств, которые будут на ваших плечах. Хочу вам сказать, что вы 2 паровоза, у вас бешеная энергия. Так что идите дальше по жизни, как 2 локомотива, просто ломая все на своем пути. В меру дерзкими, борзыми, но только в меру. Вместе лук резали во 2-м классе. В институте вместе учились, за одной партой просидели. Вы такие молодцы, вы сегодня, вы 2 победителя. Вот этот дом, тут и подписано, достатка и благополучие. Олечка, золото мое, тезка моя, я очень хочу, терпение тебе однозначно. Сашу люблю вообще со всех сторон. Чтобы следующие все рассветы ты встречала с мужем, а не он с моим младшим сыном. Санчес, на своем Т-3 покорить все вершины Шерегеша, Приискова, везде, где есть снег. Оля, тебе на своем БСЕ тоже на заднее научиться ездить. Всего вам самого наилучшего, друзья. Сознанием дела, говорю вам, самое главное, это взаимопонимание вам в семье. Это любви, доверие и всего самого лучшего. Бэбик, он будет тогда, когда надо. Вселенная на всем умнее нас, поэтому все будет так. Есть каждая отдельная личность. Есть Оля, есть Саша. И всегда, всегда все говорят, что дети не являются смыслом жизни, которых вас сегодня вам советуют. Я желаю вам, чтобы вы обрели счастье каждый самим собой и вместе. А ребенок просто... У вас есть 100% счастье. Вы, ты. А ребенок вам даст счастье еще в 300%. Они просто научат его, что делать. Кататься на вейкборде, кататься на сноуборде, кататься на лыжах, на всем. Как вы познакомились, да? Вот. И мы повезем, первый наш будет выезд, мы поедем в Шерегеш. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия во всем. Ты дерево посадил, дом строишь, третье ты знаешь. Сегодня займемся вопросом. Любовь покоится на 3 основных, скажем так, столпах. Это страсть, уважение и взаимопонимание, и быт. Желаю, чтобы у вас вот в этих 3 ипостасях, скажем так, было равновесие, и чтобы вы каждый из этих направлений всегда подпитывали, поддерживали, и тогда ваша ваза любви не упадет и будет стоять прочно на этом столе вашем. С любовью поздравляем! Сучков в жизни очень много, но тем не менее они образуют стены, все доски. Так вот, будьте стеной. Будьте счастливы от семьи Аксенов. Я просто хочу вам пожелать взаимопонимания. И пусть всегда в вашей семье будет тепло, доверие и поддержка. Посмотрите друг на друга. Вы собрали лучших людей в городе, может даже в мире. Поэтому, я думаю, вы умеете делать правильный выбор и сделали правильный выбор своих половинок. Поэтому любите, цените, а главное, смотрите дальше в одну сторону. У вас все получится. Башни. Сегодня здесь собрались ваши самые близкие и родные люди на этом свете. Запомните этот момент, когда родилась ваша семья.